Сегодня в Республиканском диагностическом центре открылась межрегиональная научно-практическая конференция «Особенности оказания медицинской помощи пациентам пожилого возраста». На форум приехали терапевты, гериатры, неврологи, гастроэнтерологи, ревматологи из Татарстана и Мордовии. Главная задача новой области медицины, гериатрии – повышение качества жизни людей пожилого возраста и продление активного долголетия. В стране средний показатель дожития – 71 год. К 2025 году эту цифру планируют увеличить до 75. В Чувашии всегда внимательно относились к лицам старшего возраста. В нашей республике более 17 тысяч человек перешагнули 80-летний рубеж, а 19 человек отметили столетие. Медицинская помощь людям этой категории особенная. Открываются кабинеты врачей-геронтологов, работает стационарное отделение в Республиканском госпитале для ветеранов и инвалидов войн.